Пятигорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов года педагога и наставника в Российской Федерации. В нем приняли участие педагоги Северокавказского федерального округа. О мероприятии и кому вручили высшую награду в сфере образования, расскажет Альбина Ламкова. Заслуженный учитель Российской Федерации Каблахову Аскеру Бекмурзовичу. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу самую высокую награду заслуженный учитель Российской Федерации указом президента России Владимира Путина получил Аскер Каблахов. Он полвека проработал директором школы села Красный Восток Малокарчаевского района. Медали удостоверения почетного звания вручил Аскеру Бекмурзовичу помощник полпреда президента Российской Федерации в СКФО Евгений Ткачев. В торжественном мероприятии приняли участие педагоги Северокавказского федерального округа, специалисты профильных министерств, субъектов СКФО. Позвольте под сводами этого торжественного зала, подведя итоги года педагога и наставника, выразить вам слова признательности и благодарности за ваш ежедневный труд, за любовь и внимание к детям, за верность выбранной профессии. Пусть каждый новый день приносит вам радость общения, творческого вдохновения, признания родителей. И пусть новый 2024 год будет годом побед во имя мира, добра, благополучия и любви. Здоровья, простого человеческого счастья вам и вашим родным. Всего в мероприятии приняли участие 600 человек. Педагогов из нашей республики Елену Величко, Оксану Аджиеву и Фатиму Лайпанову наградили благодарственными письмами Министерства просвещения России. А Салиме Хубиевой, Эльмисхан Кубековой и Юлии Копалкиной вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии. После церемонии награждения в продолжении вечера педагогическую общественность ожидала творческая программа. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия.